канал, говорит, ремонт купил на интернет-барахолке. Вот такой паяльный набор из Союза. Периодически мониторю площадки интернетовские, что-то интересное покупаю. У меня такой паяльник уже есть в моей коллекции, и такой набор я даже периодически паяю. Но это купил чисто для канала, показать, что делали, какие наборы и так называемые, можно сказать, первые в кавычках паяльные станции в Советском Союзе. Набор паяльщика здесь, как видим, такая была коробочка, которая убитая уже. Что было в наборе? Набор, сам паяльник, вот он, можно прочитать, весь комплект. Паяльник, подставка, стержень, тара, которая уже не тара. И блок питания. Ладно, смотрим. Здесь паспорт вот такой старенький. Вот сам паспорт. Название набора, паяльника. Комплект тоже самое. Вот идет в комплекте. Паяльник, упаковка, блок питания, стержень и подставка. Ну, вот так все это читается. Гарантийные талоны были. Где-то что-то ремонтировалось, как бы если ломалось по гарантии. И сам набор. В наборе вот такой паяльничек на 35 ватт, если вот верить этому описанию. 35 ватт паяльник. Вот он. И два положения на блоке питания. То есть можно было разогревать паяльник 300-350 градусов. Сейчас я немножко уменьшу. Вот 300-350. И второй параметр — гнездо 1, гнездо 2. 240-270. Паяльник 35 ватт. Разогревался он, если верить, хотя быстрее всегда, до 7 минут. До рабочего напряжения и температуры. Ну, для мелких радиодеталей, микросхем, то, что надо, какие-то полевички подпаять, мелкие детали, мелкие сопротивления. Неплохая была вещь. Вилка здесь вот такая, как в паяльной станции китайской, типа Лукеи. Хотя там чуть-чуть поменьше, как у мышки PS2. Здесь вот как в магнитофонах маяк выпускался. Колонки иногда подключались, разные усилители такими вот вилками. Ну понятно, здесь два контакта, которые только запаяны. Остальные пустые или не запаяны. Так, паяльник 35 ватт. Еще раз покажу. Вот он. Наверное, видно. И блок питания. Вот такой интересненький блок питания. На переменное напряжение. Два гнезда. Так и было здесь и написано. Гнездо 1, гнездо 2. Можно было все это подключить. Гнездо 1. Как там было написано, 270 градусов максимальное. Гнездо 2. 350. Это заземление, то есть предусмотрено заземление. Когда полевички паяли, надо было заземлять и себя, и устройство. Что здесь, коробочки еще есть. Так, паяльник сюда. Коробочки еще есть. Вот такая подставочка. Я уже как-то показывал, потому что у меня такой набор есть, даже может и два. Покупал я давно, еще очень давно пользовался. Вот такая простенькая подставочка. Паяльник легенький, через той подставочка маленькая, легенькая. Хотя можно было прострелить отверстие, установить на какую-то металлическую платформу или деревяшку. И вот такой еще стержень. Он закручивался. Медный стержень, который вот так можно раскрутить по резьбе. Вот она, резьба. И второй закрутить сюда.
Вот так все это работало. Сейчас еще замеряю напряжение, интересно, на выходе на этом блоке питания. Работает он, между прочим, очень тихо, этот блок питания, так что по нервам, как паяльная станция, в общем, не дает. Тихонечко включил и появится, сколько надо. Так, стержень на место. Сейчас попытаюсь еще включить, я еще и не включал, это так. Забыл сказать, взял ее около $3, если по любому курсу, по любой валюте. Чтобы всем было ясно. Так, подключу в сеть и замерю, сколько здесь напряжения, ради интереса. Здесь даже видно, что 3 контакта есть. Ну, видать, только 2 задействованных. Сейчас я возьму тестер на переменку. Напряжение, естественно, переменное, где-то до 30 вольт. Я вспоминаю по своих. И вот эти, по-моему, здесь 2 крайние были. Так, верхнее гнездо, 2 крайние. 20, почти 7 переменного напряжения. Наверное, видно. А нижнее, или V2, или просто 2, вот такая римская цифра. Нижняя, наверное, чуть побольше. Или поменьше, наоборот. А нижняя 22 вольта. Вот так. То есть ставим паяльник. Верхняя разогревается он побольше, побыстрее и помощнее получается. Температура побольше. Ну и, естественно, если больше напряжения, быстрее разогревается. Все, что хотел, показал. Если тема интересна, есть у меня еще другие наборы паяльные из Союза, могу показать. На этом все. До новых видео.